Это сейчас ее называют улицей Ленина. Она была еще Фонарной и Вокзальной. Скорее всего, до названия Фонарная было еще одно. Рядом тогда было Северное кладбище. Сейчас на его месте парк имени Кирова. Передвигаться по улице в ночное время было жутковато. И вот терспольчане уговорили власти установить на улице фонари. Они были первыми в городе. Так улица стала Фонарной. В 1867 году ее переименовали в Вокзальную, потому что вела она к только открытой железнодорожной станции. Она была в 2,5 верстах от города. В 1935 году было построено новое здание. Его автором был Борис Иванович Тандарин, будущий главный архитектор Одессы. Вокзал сгорел во время Великой Отечественной. Он стал первым восстановленным зданием после освобождения Тирасполя. В советские времена улица стала Ленина. Ну а биография вождя мирового пролетариата известна каждому.